За прошедшую неделю цены в Астраханской области поменялись незначительно. По данным Астраханьстата, больше всего подорожала замороженная неразделанная рыба. Рост цен за неделю составил почти 7%. Теперь килограмм стоит в среднем 77 рублей 17 копеек. Также подорожало свежее мясо и сахар. Здесь, правда, рост цен не превысил 2%. Есть и хорошие новости. Средние цены на отдельные виды потребительских товаров в Астрахани стали ниже. Подешевел картофель, морковь, лук репчатый и помидоры. Килограмм астраханских томатов, согласно официальной статистике, сейчас стоит порядка 35 рублей. Цены на бензин и дизельное топливо остаются прежними.